Пришли сюда мы, малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Закончилось лето, пришел праздник знаний, учебы, отметок. Дети, родители, учителя, с праздником вас поздравляю, друзья! Кажется, будто вчера вы стояли, веселое время каникул встречали, которое после учебного года давно началось. Но царица природа неумолима, и месяцы лета прошло, и школьная форма надета. Пара минут, и первый звонок вас позовет опять на урок. Школьные двери вновь распахнутся. Завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. С праздником мы поздравляем всех вас! Сегодня на свете музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. И не грустите, девчонки, мальчишки, по играм, затеям, сказочным книжкам. В школьной жизни волшебство не кончается, сказка и здесь продолжается. Где же меньшие из вас? Пусть сюда сейчас выходит самый первый класс. Внимание, школа! Мы приглашаем на линейку первоклассников. Итак, первый класс и его первая учительница Зайцева Валентина Киприяновна. Встречайте! Учебным годом. Пожелать вам творческих побед, усердной учебы. Ваша школа, она одна из центральных в Куйдинском районе. Ученики вашей школы выигрывают олимпиады. А это говорит, что у вас сильный педагогический состав. Я сразу же перейду к поздравлению, чтобы подтвердить
вышесказанные слова, а позже зачитаю уже поздравления от членов Совета Федерации. Управление муниципальными учреждениями администрации Кудинского района почетные грамоты награждает Кустову Елену Владимировну за достигнутые успехи в образовательной деятельности, активную жизненную позицию и личный вклад в обеспечение модернизации муниципальной системы образования. Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники и дошколята, первый день сентября принято поздравлять с Днем Знаний. Но 1 сентября – это не просто дата на календаре, когда заканчиваются каникулы и открываются двери учебных заведений. 1 сентября – это старт удивительных открытий и великих свершений, начало сложного и увлекательного пути, успеху и благополучию. От всей души хочу поблагодарить всех педагогов и родителей. Именно вы, даря знания, вкладывая сердце, ведете подрастающее поколение к их личным победам в учебе, творчестве, спорте, в жизни. Вы знаете, что стабильное будущее детей в ваших надежных и любящих руках. И все слова глубокой признательности в этот день для вас. Всем, кто находится на пути к знаниям, хочу пожелать терпения и настойчивости, твердой уверенности, что любой вызов вам по плечу. И только вам решать, к чему стоит стремиться, чего стоит добиваться. Пусть всех от мала до велика объединяет взаимное уважение и понимание. С Днем Знаний, с Днем Новых Открытий и Побед. Игорь Николаевич Шубин, член Совета Федерации. Еще раз хочу поздравить с Днем Знаний, пожелать всем удачи и успехов. Школой. Начинаем мы знакомство с одного простого слова. Это слово всем известно. И звучит оно просто. Директор. Слово предоставляется директору Ашинской школы Юрию Геннадьевичу Кочергину. Дорогие ученики, дорогие родители, педагоги, работники школы, сегодня у нас действительно замечательный торжественный день, День Знаний. С этого дня все мы когда-то начинали, все мы были когда-то маленькими, но у нас остается в памяти он всегда. И этот день открывает путь в нашу большую жизнь. Сегодня особенный день у первоклассников, которые первый раз переступили порог школы. Для них начинается трудная, интересная, веселая жизнь. И пусть она будет наполнена небольшими трудностями, которые вы, конечно же, преодолеете. Сегодня у нас начинается год для 9-го, для 11-го класса. Это последний рывок перед тем, чтобы показать то, чему научила школа в течение этих долгих лет. И пусть эти успехи, которые вы достигнете в этом году, будут нас радовать так же, как и в этом году. Мы радовались за успехи и 9-го, и 11-го класса. Мне хочется поздравить, не поздравить даже, а сказать, что благодаря средствам, которые выделены были в рамках программы «Лукойлом», в нашей школе прошел большой ремонт. И хотя он немножечко не закончился, он закончится. Мы доделаем до конца это дело, но перед нами стоит не менее важная и красивая задача. Задача облагородить после того, когда все сделают, посадить деревья, посеять газоны, разбить пломбы, да, и чтобы наша школа была еще более прекрасной, еще более красивая и была для вас родным домом, тем, которым она и является. Я вас всех от всей души поздравляю. Ой, простите еще, чуть-чуть не забыл. Да, у нас сегодня в школе еще один важный день.
В наш педагогический коллектив вливается новый педагог, молодой педагог Алексеева Татьяна Владимировна. Этот педагог будет учить вас русскому языку и литературе. Так что успехов, творческих достижений вам, Татьяна Владимировна, и всего самого-самого хорошего. Я думаю, что наша дружная семья примет Татьяну Владимировну в наш дружный коллектив. С праздником еще раз всем. Удачи всем. И парты ваши, словно корабли, сегодня в рейс волшебный отплывают. Слово предоставляется главе администрации Ашхинского сельского поселения Павлу Аркадьевичу Килину. Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители, поздравляю вас с праздником, с Днем Знания, с началом нового учебного года. В этот праздничный день хочется пожелать, чтобы вы, ребята, чтили и приумножали традиции Ашхинской, нашей родной школы. О нашей школе есть чем гордиться, есть чем хвалиться. Также я желаю, чтобы вы занимались активно спортом, учились только на 4,5. Ну а так всех еще раз с праздником здоровья, удачи и в добрый путь. Еще одну минуточку, мне поручено сегодня такая миссия — вручить грамоты и денежные призы некоторым учащимся, которые в летнее время активно посещали Ашхинскую библиотеку. Ну, победители конкурса первой ступени – это 4 класс. Александр, 3 класс Тарганова Вика, 4 класс Назарова Дарья, 5 класс Морякова Татьяна и 6 класс Килина Валентина. Из светлой сказки в школу вы пришли. Счастливого пути вам все желают. И парты ваши, словно корабли, сегодня в рейс волшебный отплывают. Слово для поздравления предоставляется начальнику 3-го цеха «Лукойл Пермь» Егору Валерьевичу Качину. Чтобы дорога, первоклассник домой, в школу, была безопаснее, дарим наклейки светоотражающие, которые можно наклеить хоть на одежду, хоть на ранцы. Это будет знаком внимания для водителей. И раскраску, которая научит, как правильно вести себя на дороге. И хочу пожелать всем удачи, терпения, 5-ок, поступить всем в высшее заведение. Удачи! Чтобы узнать, как велика земля, чтобы открывать науки словно страны, вас к знаниям поведут учителя, испытанные капитаны. Слово предоставляется первой учительнице Зайцевой Валентине Киприяновне. Дорогие первоклассники, я открою перед вами знания светлого пути, и пойдете вы не сами, вместе будем мы идти. По неведомым дорожкам, мир неведомых чудес. Будет трудно нам немножко, но у нас ключ знаний есть. Он любую дверь откроет, в мир познания пригласит.
представляется нашим именинникам, первоклассникам. Я всех попрошу внимательно послушать наших малышей. Мы на школьниками были и ходили в детский сад. Мы из глины мастерили и лошадок, и зайчат. А теперь открывай нам школу дверь. Мы ходили, было мало на хлопот, а теперь мы быстрели, стало все наоборот. Посмотрите на меня, вот какой счастливый я. Первый класс уже хожу, форму новую ношу. Дневник купили, ручки и тетрадки. Постараюсь, чтоб в портфеле было все в порядке. Учиться буду я с душой. Учиться буду я с душой. Делать все задания, чтоб пятерки получать. Приложу старания. Буду взрослым помогать, делать все внимательно. Буквы буду выводить очень я старательно. Хризантемы белые, большие, засверкали звездами везде. Это первоклассников цветение в пору золотых чудесных дней. Это новых звездочек, свечение и полеты белых голубей. Первый раз спешат ребята в школу. Первый класс зовет и манит всех. Это праздник первый, самый новый, принесет победу и успех. Это в жизни новая дорога, долгий и порой нелегкий путь. Будет светлых праздников так много, только этот праздник не забудь. Первый в жизни самый лучший праздник, сердце бьется в маленькой груди. Ты уж ни шалун, ни проказник, все твои собаки позади. А сейчас наши 11-классники учат подарки первоклассникам. Уважаемые педагоги, родители, гости, дорогие ребята, я поздравляю вас всех с праздником первого звонка. Желаю успехов в новом учебном году, хороших оценок и отличного настроения. Дорогие первоклассники, сегодня у вас первый школьный день, первый праздник знаний. Знаю, что вы очень переживаете, как вы будете учиться. Не переживайте, все у вас будет хорошо. Школа – это интересно, это много друзей, это веселые переменки, это любимые учителя. Скучать вам здесь не придется. Желаю, чтобы школьная жизнь была веселой и интересной. С праздником всех! Школа, внимание! Сейчас наши первоклассники произнесут клятву. Мы будем произносить слова, а вы после наших слов должны будете говорить слово «клянусь». Давайте попробуем. Итак, клянусь уважать учителей, слушать их внимательно и не считать ворон во время уроков. А подружнее 3-4. Хорошо?
Клянусь не огорчать родителей двойками и единицами, поломанными стульями и исписанными партами. Клянусь учиться честно, не списывать, получать хорошие отметки. Клянусь! Молодцы! Клянусь дружить с ребятами и не обижать малышей. Клянусь! Клянусь дружить с книгой. Клянусь! Клянусь делать по утрам зарядку, закаляться и быть всегда здоровым. Сейчас самое главное. Клянемся с достоинством нести звание ученика Ашьинской школы. Ну, молодцы. Вот у нас первоклассники поклялись. Надеюсь, что так и будет. Все 11 лет. Новый год открывая, пусть звенит наш школьный звонок. Колокольным звоном встречая всех пришедших на первый урок. Пусть сейчас прозвенит самый первый звонок, и начнется для всех долгожданный урок. Вы эти мгновения в сердцах сохраните, и радость от них сквозь года пронесите. Вот и настало время подать первый школьный звонок в этом учебном году. И это право предоставляется ученику 11 класса Беляеву Петру и ученице 1 класса Тухановой Варваре. Итак, звенит первый звонок в 2016 учебном году. Звени звонок, веселый, грустный, дерзкий. Ждет в жизни вас другой урок, уходит тихо детство. Звени звонок, уроки открывая. Мы к знаниям идем вперед, усталости не зная. Наш праздник завершается, но пусть радость встречи будет бесконечной. Что ж, в добрый час и в добрый путь. Улыбку школьной не забудь. Нас школа в страну знаний приглашает. И год учебный начинаем. Спасибо, школа дорогая. Ведь все науки — это класс. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа. Учителю доски и твоей любовью мы согреты.